Многие поклонники привыкли к брутальному образу Александра Овечкина, который часто ввязывается в драки на льду во время матчей. А вот близкие спортсмены не устают говорить о его миролюбивом характере. Свободное время хоккеист предпочитает проводить вместе с женой и маленьким сыном. На днях супруга Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видео, в котором ее знаменитый муж танцует вместе с дочерью Анны Нахапетовой Полиной. Сейчас родственники Александра отдыхают вместе с ним на Кубе. Недавно знаменитый спортсмен даже отказался от участия в матче звезд Национальной хоккейной лиги, чтобы подготовиться ко второй части сезона и провести время с близкими. Поклонники были удивлены тому, насколько мастерски Александр выполняет сложные хореографические па. Он с удовольствием позировал перед камерой и грациозно двигался. При этом юная Полина мастерски повторяла движения зажигательного танца. «Мой МВП-танцор», — подписала видео Анастасия, намекая на премию самому ценному игроку, присуждаемую хоккеистам по итогам сезона в североамериканских лигах. Напомним, что сейчас Овечкин живет в США и играет за команду Вашингтон Кэпиталс. Вместе с клубом в прошлом сезоне он завоевал Кубок Стэнли, один из самых важных трофеев в мире хоккея. При этом Александр неоднократно отмечал, что после окончания карьеры в профессиональном спорте он вернется в Россию. На родине звездная пара уже строит особняк в Подмосковье неподалеку от дома родителей Овечкина. Супруга Александра во всем поддерживает его. Анастасия часто бывает на хоккейных матчах мужа, успевая при этом и заботиться о сыне, и заниматься своими многочисленными проектами. Ранее Шубская признавалась, что после смерти матери Веры Глаголевой летом 2017 года муж всегда был рядом и искренне поддерживал ее в непростой период. Сейчас Овечкин наслаждается отдыхом на Кубе, но не забывает и о скором возобновлении хоккейного сезона. Несмотря на то, что в этом году спортсмену исполнится уже 34 года, он все еще остается одним из самых успешных игроков Вашингтон Кэпиталс. Контракт Александра со знаменитой командой истекает в 2021 году.